iPhone 3G. Замена дисплея. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор iPhone 3G». Откручиваем винты по периметру корпуса. Металлическим инструментом с обеих сторон поддеваем дисплей и вынимаем его из рамки. Дисплей крепко приклеен к раме, поэтому при съеме он очень часто трескается. Дисплей отделяется от рамы металлической лопаткой. Новый дисплей поставляется уже с нанесенным липким слоем. Установка нового дисплея происходит в порядке обратном порядку разбора. Все, дисплей заменен.